Если ты устал от проблем, скучных и не стоящих тем, помни, можно все поменять и сначала в жизни начать. Посмотри на небо и на себя, разве ты не видишь так же, как я? Радостью наполни все свои дни, счастьем внутри. И станет жизнь легка, больше любви, и потечет река живой воды, и станет жизнь легка, больше любви, и потечет река. Ключи. Каждый день лови позитив, это настоящая жизнь. Все, что надо, больше, больше добра, все, что надо, больше, больше тепла. Радостью наполни все свои дни, счастьем внутри. И станет жизнь легка, больше любви, и потечет река живой воды, и станет жизнь легка, больше любви, и потечет река. Примерно прошло 5 минут, периодически помешиваю, и главное не пропустить тот момент, когда вода выкипит и макароны уже будут готовы. Прошло 5 минут. Ну, я смотрю, еще можно минутки 3 спокойно держать. Сейчас еще попробую. Немножко остынет. Попробую на вкус, насколько сварились. Но еще твердоваты. Ну, в принципе, уже. Да, еще 2 минутки. И можно будет доставать. Сейчас уже буду все снимать, практически все готово, и получилось у нас мясо с макаронами, а не макароны с мясом. Хорошее мясное блюдо, сытное, вкусное, запах, друзья, не передать словами. Вот уже в принципе готово,
буду снимать с огня. На этом, друзья, буду заканчивать. Пробовать не буду, потому что уже готовлю это блюдо не первый раз и знаю, что оно очень-очень вкусное. Поэтому рекомендую приготовить даже на любом походном выходе, выезде с казаном. Это блюдо готовится без проблем и уходит на него примерно 1,5 часа. Поэтому пробуйте, готовьте. И когда приготовите, обязательно напишите, как вам и насколько вам понравилось это блюдо. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всех благ вам и вашим близким.